Друзья мои, всем привет из Луганска. Продолжаем наше путешествие по Луганску и стройкам, так сказать. То, что я обещал, второе видео из серии. Идем с вами смотреть, что тут у нас и как меняется. Так, разворачиваем камеру. У нас красный свет. Сегодня небольшой снежок срывается. Сейчас где-то в районе 10 часов утра. Идем с вами гулять, смотреть, что тут у нас со стройкой. Ну, на той стороне мы с вами уже были. Все перегорожено. Идет постепенно ремонт. Давайте сюда теперь заглянем с разных ракурсов. Немножко посмотрим. Тоже начали убирать местами плитку, видите. Кстати, сказали, что памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко трогать не будут. Ну, бог с ним, пусть стоит, хотя никакого отношения он ни к Луганску, ни к Ворошиловграду не имеет. Видите, много-много рабочих. Пока идет демонтаж старой плитки. Посмотрим, интересно, будет ли здесь это все дело бетонировать или нет. Вообще интересно, что здесь будет в плане ремонта. Пока что никакой схемы, ни плана не видел. Какие фонтаны и так далее, что будет. Но плитка в любом случае, я думаю, будет что-то вот подобное такому. Скорее всего, с бетонной стяжкой. А боковые, скорее всего, как и в других парках, будут из мелкого асфальта. Но лучше, чем вот эта старая плитка, которая постоянно трескала, сломалась. Ну и она была, собственно, уложена на песок. Да, кстати, видите, Пандора, тут Арарат, еще как-то было, не работает кафешка пока что. А вот, кстати, гляньте. Снежинка бывшая. Вроде бы уже работает. Интересно, так ее сделали внутри. Такая тематическая внутри. Надо будет как-нибудь сюда с друзьями сходить. Внутри под кирпич, видите, сделано. Сейчас чуть ближе подойдем. Кирпич такие, видите, интересные. Ух ты. Ну, конечно, место тут такое злачное. О, гляньте, называется цена, качество. Я не знаю, будут они еще красить или нет. Или вот так вот ржавое, это специально, типа, для красоты. Короче, новая интересная кафешка появилась. Надо будет. Кстати, требуются сотрудники. Так что, кто хочет поработать в таком интересном кафе, милости просим. В общем, надо будет с друзьями сюда как-нибудь сходить потом. О, тоже что-то еще привезли. Видите, здесь у них ворота, стройматериалы здесь завозят. И аварийная служба что-то привезла. Собрали старые лавочки, урны старые. Да и все, и фонари старые демонтируют, все убирают, все будут делать, конечно, по-новому. Здесь уже со всех дорожек плитку поснимали, видите. Ну, будут старую биту вывозить куда-то на утилизацию. Ну, интересно, честно говоря, как изменятся вот эти все дорожки, будут ли в таком же они конфигурации, ну, то есть идти, или полностью поменяют, что будет с деревьями, с газонами. Тоже сказали, что деревья старые кое-какие будут убирать. И детская площадка тоже здесь старенькая, но неплохая. Но, скорее всего, наверное, ее демонтируют и поставят что-то новое. Ну, друзья мои, будем наблюдать за этим всем. Сейчас подошли ко мне строители, говорит, это типа того, что у вас такая за интересная маленькая камера. Я говорю, да так-то, так-то, DJI рассказал, короче, показал. Он говорит, блин, прикольно, я говорю. Ну, я им пожелал хороших рабочих дней и вообще сказал спасибо за их труд, друзья мои. Ну, а мы двигаемся дальше. Тем временем у нас начал срываться снежок понемножку. Ну, кстати, в Луганске снега меньше было, чем в Каменске. Практически поубирали. А вот, видите, паспорт объекта. Что тут будет, собственно, строить и до когда. Но схемы пока никакой нет. Может, потом повесят, не знаю. Ну, а здесь вот смотрите, что у нас по центру. Все расчищено. Снизу песок. Кстати, интересно, что будет с туалетом.
Интересно, так подземные оставят или нет. Ну и, конечно, наверное, надо делать платным его и нанимать туда людей, чтобы они за ним следили, чтобы не получилось так, как в ЛКСМ. А это у нас красавец, бывший обком партии. Вот такое красивое-красивое здание. Кстати, ремонт, говорят, что будет идти до улицы Коцюбинского. Сейчас еще пойдем посмотрим на тот парк, который с той стороны. Вообще, по-хорошему, надо делать ремонт уже туда, до самого низа, до 8-й поликлиники. Тут же вот это все идет, парковая такая часть посередине, между двух улочек. А вот здесь автопробег сегодня формируется в честь одной из военных операций, которая была еще в 2014 году. Что-то там связано с Чернухина и Дебальцево, наверное. В общем, тоже снимают там репортаж и так далее. Но видите, в этой части парка пока ничего не меняется. Не знаю, что тут они будут делать. Но по-хорошему, я же говорю, надо делать туда, до самого низа. Там же тоже парковая зона. И за драмтеатром, возле Краеведческого музея. И там ниже вот эти фонтаны с водопадами. И там, где вечный огонь, тоже идет парковая зона. Ну, а вот обком партии с этой стороны так выглядит. И колонна автопробега формируется. Ну, кстати, с другой стороны, видите, он тоже... Ой, гляньте, здание полностью ремонтирует. Гляньте, крышу перекрывают, друзья мои. Интересно, интересно, посмотрим, что там будет. И снизу, видите, все перекрыли. Короче, идет ремонт. Много машин собралось. Ну, наверное, какие-то сейчас тоже представления идут в драмтеатре нашем. Но у нас пока морозит, снежок, хотя на следующей неделе обещают уже опять плюсовую погоду. Когда-то давно меня один из подписчиков просил снять дворик за мясо-молоко. Вот так вот он сейчас выглядит. Видите, много машин. Дом тогда еще начали частично ремонтировать и обшивать, но так ремонт этот и не закончили. И стоит он по сей день в таком вот виде. Ну, со временем, я думаю, сделают все это дело. Здесь вот такая детская площадка. Вот такой вид здесь сейчас во дворе. Проедемся еще немножко дальше. Ну да, машин очень много. Но здесь, скорее всего, паркуются не только жители дома, и, скорее всего, из администрации. Или, как сказать сейчас, из правительства республики. Кафешка так и осталась здесь. Ну и дальше туда тоже идет дворик. Друзья мои, мы с вами на улице Демехина. Здесь такой торговый центр, видите, здесь теперь представительство всех операторов. Миранда Медиа, Симтелеком и МКС. Хочу сюда пройтись, посмотреть. Здесь тогда тоже был ремонт. И доделывали вход в парк Молодой Гвардии. Сейчас посмотрим, сделали они или нет, или еще не до конца. Ну, тут что-то тоже подремонтировали. Ну, походу, пока не до конца. Еще я смотрю, что плитка старенькая. Да, видимо, наверное, передумали. Наверное, позже будут здесь доделать, переделать. Но вообще обещали здесь тоже все это дело подремонтировать. Ну, пойдемте посмотрим вход с этой стороны в парк. Доделали или нет. Ну, здесь, конечно, повезло и дворам, благоустроили. Правда, конечно, вот дома надо ремонтировать. И, кстати, гляньте, они сделаны из мергеля. У нас вот старые дома есть. У нас мергель тут залегал. Видите, это говорит о том, что дома очень старые.
Это такие меловые кальцевые образования. Ну, так вот здесь теперь все выглядит. Убрали теплотрассу эту страшную. Да, здесь туалет вечный был, грязь, бутылки валялись. Ну, я думаю, что вот это все доделают, потом газончик здесь сделают. В общем, красиво будет. Просто сейчас холодно, зима, не успели они. Ну, в парке практически никого нету, холодно сегодня. Конечно, погода такая не особо для прогулок. Ветерок небольшой, ну и морозец. Гляньте, для урн какой интересный они сделали такой навес с дверцами. Да, лишь бы наши люди не пополомали все это дело. Да, это, конечно, все ждет весны и тепла. И тут будет опять много детей и взрослых. В парке будет не протолкнуться. А пока, конечно, мороз, людей не так много. Ну, единственное, вон, кросс бегают спортсмены, вон, видите, бежат свежим воздухом и потихонечку трусой, чтобы быть в форме. Припорошило все немножко снегом. Ну, завтра уже плюс, да даже сегодня днем уже к вечеру плюс, поэтому... Все это тает, и на следующей неделе тоже плюс. Не знаю, может еще март, конечно, даст. Или еще до конца февраля, еще пару недель. Еще может быть и мороз, и снег. Ну, поживем, увидим. По парку сегодня, друзья, мы особо гулять не будем. Кому интересно, пишите, кину ссылку или сами ищите на канале. На канале несколько видео из этого парка. Тут, в частности, и на День народного единства было... спортивное такое состязание, шоу. Я тут ходил, все снимал. Так что на канале много контента из этого парка уже есть. Ну, единственное, конечно, нету, знаете, какого, когда все цветет и пахнет, потому что его сдали только осенью. Поэтому обязательно в апреле-мае мы здесь прогуляемся, посмотрим, как это все начнет преображаться. Друзья мои, мы вот возле храма Умиления в центре. Видите, тут строительные леса, реставрация и ремонт вокруг территории продолжается. Завезли вон новую плитку. Ну, наверное, интенсивная стройка пойдет весной, как только потеплеет, потому что пока что довольно-таки прохладно, чтобы ремонтом заниматься. Так что ждем весны, посмотрим, что здесь получится. Надеюсь, и подсветку отремонтируют, как раньше было, чтобы здесь было, конечно, красиво и светло. Особенно в вечернее время. А за заборчиком виднеется улица Советская. Много людей, много машин. А вот так вот он выглядит Советской целиком. Сейчас немножко с вами по парку здесь пройдемся. Ну, здесь отремонтировали все еще в прошлом году. И уже осенью здесь в конце лета, в принципе, народ уже гулял, отдыхал. И потом мы фонтан запустили. Видите, здесь светофор сделали с переходом. Теперь машины здесь тоже собираются. Ну, он здесь по требованию, кнопочку нажимаешь, он включается, переход из зеленого света. Это Божья Матерь у нас здесь, памятный знак. Ну, видите, здесь кое-где еще снежок лежит. А здесь у нас матрешечки такие, можно в них фотографироваться. Такой тоже небольшой парк с матрешками и березками. О,
А здесь граффити. Видите, какое интересное. Герои тогда, герои сейчас. Подходим к перекрестку Советская и Героя Зазулина. Бывшая 16-я линия. На другой стороне торговый комплекс «Кристалл», подземный переход. А это у нас здесь медицинский колледж идет. Здание. Ну и гостиница. И библиотека имени Горького. Вдалеке. Мы сейчас идем с вами на остановку, поедем на городок. Посмотрим, как там ремонт площади продолжается. В переходе теперь нету ни ларьков, ни дверей. Гуляют только сквозняки. Ну так чистенько убрано. И освещение хорошее. А музыканты играют. Перебрались мы на другую сторону. Все чистенько убрано. Гостиницу тоже, кстати, огородили. Идет какой-то в ней ремонт. Но информации по ней нету. А библиотека работает, кстати, вон свет горит. Все отлично. Люди ждут транспорт. Сейчас мы пойдем ждать свой. Пока ждем маршрутку, решил немножко поснимать. Вот так вот выглядит библиотека имени Горького. Сейчас вон, кстати, надпись прячется за елочками. Ну, а дальше идет Советская, дальше вон ГУМ, бывшая СБУ, сейчас, по-моему, там ФСБ, и, не знаю, раньше был Национальный банк, сейчас не знаю. Здесь вот парк Дружбы народов, по-моему, тоже его частично отремонтировали. Раньше, частично позже, ну, в принципе, неплохой парк. Вот мы на городке ОДВР. Ремонт уже закончился осенью в этой части, на моей стороне. Здесь теперь вот матрешечка, такая вот лавочка здесь. Ну и тут тоже много на остановке. А мы сейчас пойдем на ту сторону с вами, прогуляемся. Посмотрим, как там ремонт продолжается. О, ну отсюда уже видно, что работа прямо кипит, но уже хоть что-то начинает вырисовываться. Переходим на другую сторону. О, здесь тоже много лавочек наставили, много стройматериала лежит. А, и, кстати, трамвайные пути, наверное, тоже будут убирать. Да, здесь масштаб, конечно, перерыли все. Только что-то еще было. А сейчас полностью все. И, кстати, видите, начинают уже бетонные конструкции вырисовываться. Ну, опять же, пока тепла, конечно, не будет, здесь работа полноценно не закипит. Кстати, здесь вот высадили новые деревья, я смотрю, поставили новые вот такие интересные фонари. В общем, потихонечку все преображается. Ну, конечно, здесь еще работы очень много. Здесь вот поставили такую вот остановку. Правда, я не знаю, здесь сейчас какой-то транспорт ходит или нет. 118-й, по-моему, я уже даже не помню. Что-то ходило. Гляньте, сколько стройматериала лежит. Да, все ждут тепла. А там, кстати, уже ниже какую-то аллею даже сделали. Пойдемте с вами посмотрим. Ну, сегодня выходной, отдыхают. Да, и подморозило, поэтому особо не покопаешь землю. Видите, совсем недавно была здесь грязь. Вся эта грязь застыло. Кстати, сегодня обещали плюс, но почему-то пока плюса нету. Ну, конечно, здесь будет красиво, масштабно здесь будет такая
большая шикарная будет зона отдыха, конечно. Не знаю, когда они ее доделают. Наверное, тоже туда где-то к середине, а может к середине лета или туда к осени. Потому что я смотрю, что работы здесь еще, конечно, очень много. Ну вот видите, уже вырисовывается. Такая вот дорожка будет с лавочками. Туда вниз идти. Здесь вокруг были заросли кустарника, бурьяна всякого. Видите, тоже сезон расчистили. Ну, в конечном счете, все здесь выровняют. Уберут строительный мусор и так далее. И, я думаю, засадят здесь все цветами и травушкой-муравушкой. Вот уже поставили лавочки. Ну, я так понимаю, это уже новую дорожку положили. Но, видите, ее надо подчищать. Ее, потому что стройка идет строительным мусором. Конечно, ее немножко загадили. И тоже, кстати, смотрите, какие-то кустарники здесь новые посадили. В общем, здорово, конечно. Перебрались мы на другую сторону и находимся возле школы. Я в прошлый раз здесь гулял, сказал, что больница, меня поправили. На самом деле это 25-я школа. Старинное такое вот колонное здание. И, кстати, в этой школе учился в 1938 году и закончил золотую медалью Герой Советского Союза Лиховид Михаил Степанович. Очки не одел, друзья мои, плохо вижу. Ну, школу, кстати, подреставрировали. Ну, в перспективе, конечно, тоже ее, наверное, будут огораживать и так далее. Наводить здесь порядок, потому что по российскому законодательству положено, чтобы все школы были полностью огорожены. Вдалеке у нас скорая помощь. Давайте еще здесь так панорамно на аллею эту взглянем. Деревья, кстати, тоже старые поубирали, какие-то поподрезали. В общем, конечно, молодцы. Издалека, видите, купола храма видны. Гулял я там, друзья мои, буквально в прошлом году осенью. Ну, смотрите видео на канале. Мы на улице Артема, Родина. Переместились мы в Каменнобродский район. Сейчас назад вернемся. Посмотрим на реку Лугань. И ботанический сад посмотрим, есть ли какие-то изменения или нет. Идем здесь по проселочной такой грунтовой дороге. Ух ты, уже виднеется вот река. Ой, как она, друзья мои, разлилась в этом году. Сколько воды. Чем-то, знаете, похоже на Айдар по размеру. Хотя на Айдаре 100 лет я не был. Гляньте, какая красота. Это вот ее почистили, и много снега, много дождей. Еще говорят, где-то там с водохранилищ тоже воду сбросили, потому что много воды было. В общем, красотища, конечно. Да. Надеюсь, в этом году и рыбка зайдет, будет рыбалка хорошая. Вот такая вот красота. А вот такой вид на нашу реку с моста. Да, широченная, конечно, красивая. С другой стороны тоже, кстати, гляньте, широкая. А здесь у нас возле льда и ближе к другому берегу, гляньте, уточки плавают. Видите, черненькие и молоденькие еще, не оперившиеся такие, серенькие. Нахохлились, сегодня прохладно. Это у нас стадион имени Ленина. Вдалеке виднеется Луганова за ним. А здесь спортивный комплекс «Зари». Обучают здесь футболистов. А, правильное название, друзья мои, академия спортивная «Заря». И вот тут у них несколько комплексов. Ну, это спортзал крытый.
Дети Луганского учебно-воспитательное объединение «Спортивная академия «Заря». Полное название. Луганская Народная Республика. Это вот у нас центральный вход. За ним вдалеке виднеется храм. Один из старинных храмов в Луганске. Смотрите в прошлом видео, кстати. После Нового года я здесь ходил, гулял и дошел до этого храма и снимал. Внутри, правда, не было. Это у нас Луганово. А вот начинается территория заброшенного ныне ботанического сада. Ну, что-то не видно пока особо движений, хотя были новости. Ну, наверное, как потеплеет, начнут что-то делать. Пока не видно, чтобы что-то делали. Да, конечно, тут от сада ничего не осталось. По сути, просто заброшенный такой пустырь с бурьяном и кустарниками непонятными. Но хотя тут сюда исполняющая обязанности мэра Луганска приезжала. Забыл фамилию, правда. Ну, короче говоря, пока что здесь тишина. Даже нету никакого ограждения, нету никакой карты объекта. Не видно, чтобы что-то копали, рыли. Так что пока что здесь глухо. Ну, будем туда ближе к весне сюда. Уже туда ближе к маю. В апреле, может, заедем, посмотрим. Ну, я жду, конечно, тоже, друзья мои, тепла, чтобы приехать, наконец, уже на велосипеде. Также приеду сейчас в Каменск, буду узнавать, где на категорию А можно учиться, что хочу отучиться и купить себе или мотоцикл, не знаю, или макси-скутер, чтобы можно было побольше путешествовать и больше снимать. Так что вот такие дела. А, вот еще давайте немножко поснимаем. Это у нас Луганово, видите, фирменный магазин. И пошли вот тоже здесь цеха и так далее. Луганово у нас не только ликероводочные изделия делает. Также делает она, по-моему, и печеньки, и газированную воду, и пиво. Давайте сейчас здесь заглянем с обхода. Ну, тут чуть-чуть что-то вон порасчищали, видите, пеньки валяются. И все. И пока тишина. Пока больше ничего нету. Друзья мои, будем заканчивать нашу сегодняшнюю прогулку. Подписываемся на канал, ставим, как всегда, лайки, пишем ваши комментарии. Ну и, как всегда, всем крепкого здоровья и мирного неба. Давайте, друзья мои, пока-пока.